Почему хип-хоп? Потому что это стиль танцев, в котором собираются другие стили танцев. Он такой обобщенный, поэтому хип-хоп. Как по мне, это самый разносторонний стиль, где можно проявить максимальное количество своей фантазии, своего какого-то разнообразия. Потому что это круто и модно среди молодежи. Хип-хоп больше всего зацепил мое сердечко. Почему вы выбрали именно джаз-фанк? Мне кажется, именно это направление нам как-то подходит. Я с детства танцую, я обожаю танцевать. Ну вот поэтому я выбрала джаз-фанк, потому что в нем я раскрываюсь. Ну, у вас классно получается. Спасибо. Почему шаффл, а не хип-хоп, например? Ну, шаффл, я считаю то, что он намного интереснее, потому что, ну, многие танцуют больше хип-хопа, а шаффл — это что-то новое, необычное. Когда я увидела первый раз вообще видюшку шаффл, мне прям очень впечатлил этот вид танца, я очень хотела им заниматься. Более необычно. Потому что, на самом деле, пришла из-за того, что танцевали под ритмику мне понятную. Раз и два. И в отличие от всех других танцев. Больше свободы, нет никаких рамок, и ты можешь делать все, что захочешь. Почему брейк-данс, а не хип-хоп? Ну, потому что мне нравится, получается, впечатлять людей. Мне это нравится, здесь мои друзья. Была на мастер-классе по брейку, и мне понравилось, хотелось попробовать. Мне очень понравилось, один раз сходил, так понравилось и захотелось продолжить. В какой-то момент, чем не занимался, я хотел найти свое что-то. Вот, наткнулся на брейк-данс, мне очень понравилось, продолжаю ходить. Это почти что гимнастика. Еще на голове крутятся, и многие чего классного делают. Потому что это была классная музыка, которая меня очень колбасила не по-детски. В чем сила танца? В искренности. Эмоции. Мы танцуем, нам это нравится. И когда нам это нравится, мы кайфуем. Когда ты танцуешь, ты окунаешься в другой какой-то мир свой. Вот когда ты танцуешь, для тебя это может быть какой-нибудь выплеск эмоций, который, возможно, кому-то очень помогает в тяжелых ситуациях. А в энергетике? В свободе. В чувстве. Как чувствуешь и так танцуешь. Усиление мотивации. Ты танцуешь так, как выражаешь свои эмоции. Это способ ощутить счастье, ощутить свободу. Свобода самовыражения. Это возможность выплеснуть все свои эмоции, оставить их в зале. Дома сидеть не нравится, а тут хоть что-то можно потанцевать. Я правда рада, что я попала в корону. Наша школа, я думаю, то, что она вообще... В нашем мире самое лучшее. Если чего-то хотите добиться, то нужно отдаться на этому 100% и, скажем, рискнуть в эту игру и играть в нее до конца. Что поменялось в твоей жизни с того момента, когда ты начал танцевать? Окружение, общение, коммуникация с людьми, умение коммуницировать с людьми. С танцами у меня появились новые друзья, новые темы для общения. Я стала более открытой. Я стала подвижней и стала во вторник и четверг чем-то заниматься. Я стала очень классно проводить время. Стала в себе более уверенной, более открытой. Стала меньше свободного времени, чему я очень рада, потому что обычно свободное время я не знаю, чем занимать. Так ты приходишь на тренинг, ты видишься с друзьями, с прекрасным тренером, и это тебе очень поднимает настроение.
Тебе нравится танцевать? Да. Чувствуешь себя классной девчонкой? Да. Кайфуешь? Да.